Шаг назад не значит остановка, и не значит окончание пути. Это небольшая рокировка всех превратностей и измученной судьбы. Это новое спиральное движение, это квант, стремящийся в скачок. Замирающее в сердце представление, отменившее нажатие на курок. Блиц-игра, как выигрыш в лотерею, шанс попробовать начать всю жизнь с нуля. Став свободным, пережить потерю, стиснув зубы, оставаться у руля, громко крикнуть и разбить все стекла, как бы хрипло не было в груди. Шаг назад не значит остановка, это значит продолжение пути.